Слушайте! Человек, виновный в сегодняшней стрельбе, может быть замаскирован. На месте преступления найдены парик и банка грима. Свидетели заметили, как бледный джентльмен среднего возраста бежал к причалу с винтовкой в руке. Большое спасибо, Сайрус. Не за что. Что ж, идем. У нас есть еще одно дело. Куда мы идем? К печатнику. По-вашему, откуда эти плакаты? Их печатают на станке. Мы его остановим. Черт возьми, мы опоздали. Тут пропускной пункт. За мной. Сюда. Я пойду по кр... Нет. Пожалуй, пора показать туннели. Туннели? Полезно, когда нужно пройти быстро и незаметно. Оставьте его. Он же ребенок. Слезай оттуда! Тебе конец! Yeah!
Постойте. Зажгите лампы от своего фонаря. Так мы не заблудимся, если придется вернуться. Зачем построили эти туннели? Отлично. Идем дальше. Пусть это не очень приятно, но стоит идти за крысами. Они часто бегут в сторону выхода. Ну и ну. Вы были правы. Простите, что сомневался в вас. Теперь ясно, почему Ахиллес взял вас под крыло. Дьявол. Среди ваших трюков нет умения взламывать замки. Отлично. Печатник уже близко. Встретимся у него. Вы просите очень много, Сэм. Я знаю. Но я не пришел бы, не будь это вопрос жизни и смерти. Ладно, но только раз. В будущем за это придется платить. Сменить набор – дело долгое и трудное. А если об этом узнают, я дорого заплачу. Я не забуду вашей доброты. И я. Его труды покончат с вашей дурной славой. Я покажу, как выйти, теперь, когда все в порядке. Теперь вы знаете, как это работает. Вызовите чем-нибудь недовольство горожан, и они тут же позовут стражу. В зависимости от тяжести нарушения, они могут просто немного поискать, а потом вернуться во свояси. Но если сильно и не несколько раз их обидеть, преследовать вас будут куда агрессивнее. Есть три способа поправить дело. Снять плакаты, подкупить глашатаев или пойти к печатнику и начать свою пропаганду. Это неправильно. Почему нельзя просто объяснить, что я не виноват? Вы что, шутите? С ложью мы боремся ложью. Слова на бумаге тут же считают правдой. И все это принимают на веру. Вы что? Мы пришли. Поговорите с капитаном, и он отвезет вас домой. Спасибо вам за все, Сэм. Обещаю, когда-нибудь я верну долг. О, надеюсь на это. Вот так?
С возвращением? Ты бросил меня в Бостоне. Наши тренировки прекрасны. Но опыт куда более хороший учитель. А что мой отец? Удрал, к сожалению. Его нужно найти. И мы найдем после починки дома. Но он наверняка что-то замышляет. Допустим, ты его найдешь. И что тогда? Ты мальчишка, учившийся пару месяцев. Он взрослый и оттачивал мастерство десятки лет. Если ты хочешь воевать с тамплиерами, без них не обойтись. Бери, пока я не передумал. Он погибнет! Кто? Нет времени! Идемте! Там! Он только что проплыл под мостом! Помогите! Прошу! Кто-нибудь! Спасите! Кто-нибудь! Спасите! Кто-нибудь! Спасите! Помогите! Прошу! Помогите! Прошу! Помогите!